Здесь важны скорость, точность и чутье. Опередить своего соперника, быть сильнее и быстрее. Стартовал новый сезон единой молодежной лиги ВТБ. Наш городской округ представляет «Химки-2» вместе с новым тренером Александром Герасимовым. Сейчас тренировки идут активно, в преддверии матчей. Сил нужно много. Команда «Химок» – одна из самых молодых на чемпионате. Некоторым игрокам всего по 17 лет. Это первый сезон, когда играет не свой возраст, а там 2-3 года ребята младше. Но это в первую очередь полезно для развития игроков. Игроки, игравшие с более старшими ребятами, они, естественно, получают неоценимый опыт и быстрее взрослеют. И, может быть, этого не хватало, чтобы больше попадало в основную команду. Почти все игроки участвуют в этой лиге впервые, но это не помешало им выиграть уже 5 матчей из 6. По словам тренера, в этом сезоне нет явных фаворитов. Исход игр часто решает хорошая подготовка и взаимопонимание внутри команды. Атмосфера в команде хорошая, ребят делятся своим опытом, те, кто постарше, подсказывают нам, что мы не боялись входить на площадку и доказывать. Впереди у «Химок» еще 10 игр. В единой молодежной лиге ВТБ команда играет по 2 матча с каждым соперником. Прогноз всегда оптимистичный, только на победу играем, борьба. Тяжело после 2 матчей собраться и сделать разбор ошибок и провести какие-то анализы, но мы стараемся и с полной концентрацией подходим к каждому сопернику. Впереди у команды сложный выезд. Предстоят игры в 2 городах. Завтра утром ребята выезжают в Саратов, где проведут 2 встречи с «Автодором-2». Затем в Самаре сыграют 2 матча с «Самарой-2». Ребята полны сил и готовы бороться за абсолютную победу. Ксения Брагина, Дмитрий Бочаров, служба новостей.